Thank you.
Видите добро, два брата Симона глагола моего Петра и Андрея, браты Его. Пришед оттуда, види и на два брата, Якова Заведеева и Иоанна, браты Его, корабли заведем от семьею, завезующим рели своя и возвая. Он уже обеставши корабль отца своего по ним и доста, и прохождавши всю Галилею, и от Иерусалима и Иудеи, и Саонову полу Иордана, узревши народы взыди на гору, и сечу ему, приступивши к нему ученицы его, и отверз уста своя учащи глаголя, «Мужчина, ключи правды, я пути носить отца, блажение милости, пути помилования». Настоятель,
горе имеем сердца.
Тебя. Мир миру Тума даруй, церкви священникам, воин, спаси людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всяк дар свышен свыше есть, сходя Тебе со свету, и Тебе славу, владыне, поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Пришедшим к нему иудеям. Аминь, аминь, глаголю вам. Не входя дверьми во двор общий, но прилазину, где той тать есть разбойник. А входя дверьми, пастырь есть овца. Ему же дверник отверзает, и овцы глас его слышат. И свои овцы глашает по имени, изгонит их. И когда свои овцы же нет, пред ними ходят. И овцы, я же глагол жив, и червь, лаки, им Иисус. Аминь, аминь, глаголю вам. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи!
памяти всех святых землерусской просиявших. Во второе воскресенье после праздника Троицы Церковь по традиции празднует память именно всех святых в нашей земле просиявших. Это те люди, благодаря которым мы с вами пришли в церковь, здесь находимся. Множество, большое число святых в нашей русской церкви, древних святых, новопрославленных святых. Мы знаем, что совсем недавно на юбилейном соборе Русской Православной Церкви, Архиерейском соборе, было тоже прославлено множество новомучеников и исповедников российских. То есть святость, она никуда не девается. Это не достояние древней церкви. Состояние – это состояние повседневной жизни церкви. И мы все с вами призваны к чему? К святости. Да, конечно, до святых нам далеко. Крылья за спиной ни у кого не выросли. Вот. Но стремление к святости, к стремлению к жизни, жить со Христом, в чем святость заключается? Не в том, чтобы творить какие-то чудеса, не в том, чтобы видеть человека насквозь и предсказывать будущее, не в том, чтобы именно стоять на воздухе на молитве. Много было таких чудотворцев, но, к сожалению, это все было построено не на стремление к Господу Иисусу Христу, на собственной гордыне, на собственном я. И такие люди претерпевали фиаско. А самое главное в жизни святого человека – это постоянное стремление к жизни с Господом и Иисусом Христом. Вот евангельское чтение сегодняшнее говорит нам о том, как Господь призывает своих первых учеников, которые во время лова рыб пришли к нему и стали его ближайшими учениками. Андрей, Петр, Иоанн и Иаков. Оставив свои семьи, Петр оставил свою жену, остальные оставили свои семьи, какую-то работу, достаток, благополучие временное, жизненное такое благополучие. Они вдруг откликнулись на призыв Господа Иисуса Христа. Он им говорит: оставляйте вашу деятельность, которой вы занимаетесь, ловите рыбу, идите за мной, и вы будете ловцами душ человеческих. И вот представьте, если к нам сейчас кто-то обратится с таким призывом, пойти за ним. Ведь не каждый из нас может откликнуться на такой призыв. Сразу очень много возникает препятствий в жизни нашей, как наше вот семейное положение, положение в обществе, наш достаток. Мало кто решится на такой путь. Но и Господь не требует силы чрезмерной. Он призывает именно к такому служению беззаветному тех, кто это может пойти, и послужить так, как послужили апостолы. Но когда человек не откликается на такой призыв, что он прежде всего теряет, да? Он прежде всего теряет кого? Самого Бога. Потому что он не откликается на призыв Господа Иисуса Христа. К нам этот тоже призыв обращен. Он нас тоже Господь призывает к себе. Но он нам не дает через силы какие-то именно что-то все бросайте, давайте, идите за мной. Появлялись и в настоящее время, и ранее, появлялись много таких проповедников, которые тоже говорили: пойдемте за мной, оставляйте все. И люди, думая, что проповедник именно настоящим от Бога проповедник, бросали все, бросали семьи, бросали свой род деятельности, бросали свою работу, бросали детей. И ушли за этим проповедником. Даже семьи не уходили. Но результат был очень плохой. Результат, потому что вдруг этот проповедник исчезал, и вдруг эти люди оказывались где-то на севере, не приспособлены никаким условиям жизни. То есть они оказывались обманутыми.
И такое было. Такое было и ранее, такое существует и сейчас, когда именно такой проповедник проповедует и привлекает к себе не ради Христа, а ради себя, к себе привлекает. Об этом всегда церковь предостерегала. Предостерегала именно и таких священников, которые именно переусердствовавшись в своем таком служении, начинали думать, что они уже заменяют именно самого Господа Иисуса Христа, и что слово их является истиной в последней инстанции. Такого быть не может. Церковь очень осторожно и трезвенно относится именно к словам. Настоящий церковный служитель, он очень аккуратно относится к церковным словам, понимая, что он не семь пядей во лбу, что он не может дать ответ на все вопрошения человечества. Он не может обладать всеми знаниями. Он не может обладать всем тем, чем обладает Господь Иисус Христос. Поэтому вот такая трезвенная жизнь, она всегда что предполагает? Прежде всего, обращение к Богу. С чем? С молитвой. И вот тогда священник молится о том или ином человеке. Тогда приходит исповедник на исповедь и спрашивает у священника. Ну вот разумный священник скажет так: ну давайте вместе с тобой помолимся, чтобы твоя проблема разрешилась как-то. Вот так она все и разрешается. И здесь очень важно, чтобы именно никто не заменял нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Самая главная задача всех нас с вами – это приводить ко Христу тех, кто еще не пришел ко Христу. Всех нас, дорогие мои, на священстве это в большей мере эта задача лежит. На нас, на вас, на прихожанах тоже эта задача лежит. Привести ко Христу кого? Ваших близких, ваших детей, ваших внуков. Вот прежде всего, кого вы должны привести ко Христу. Вот вы кому должны быть педагогами. Кто такой педагог? Педагог – это путеводитель. Это раньше был раб такой, да? Который водил ребеночка в школу. Хозяйского ребенка он в школу водил. Этот раб назывался педагогом. То есть он водил в школу. Он брал его за ручку и вел его, чтобы ребеночек учился. Тот еще не осознавал, кто его ведет. Ему было все равно ребенку, кто его ведет. Ему была главная цель такая – отвести человека куда-то, чтобы именно научить его чему-то. И вот мы с вами, дорогие мои, тоже являемся такими же путеводителями, должны быть, кому? Господу Иисусу Христу. Поэтому и мы с вами обязаны вот приводить своих близких, как я уже говорил, и детей, и внуков, а у кого-то, может быть, и правнуков, именно к кому? Господу Иисусу Христу. Путь это очень и простой, и в то же время сложный. Простой в том, что Господь просто к Нему надо обращаться с простым сердцем. Не зря есть такая очень мудрая народная пословица. Где просто, там и ангелов просто. Да? А где мудрено, там ни одна. И вот нам надо, конечно, в простоте сердца своего, не мудрства, а лукаво, стараться именно людей, не и ближних своих, не ожидая от него чего-то, а может быть, даже будет и реакция отрицательная, как один из священников, греческий священник, архимандрит Андреев, рассказывал, как он, приходя в школу, и вдруг ему девочка задавала такой вопрос: скажите, пожалуйста, а вот как же так, неужели только жизнь со Христом может быть счастливой? Ну, наверное, бы кто-нибудь другой стал бы спорить, доказывать вот так обязательно, вот смотри, ты неправильно рассуждаешь. А батюшка так мудро так ответил: у меня нет ответа на твой вопрос. Он потом придет обязательно. То есть очень важно такое именно соблюсти важную дистанцию. Не навязать себя, именно себя навязать. Мы порой навязываем себя самого. Не Христа предлагаем, а навязываем самого себя. Предлагаем видение нашей веры, как мы видим нашу веру. Не как она есть на самом деле, а как мы это видим. Поэтому, к сожалению, бывает столько очень в церкви опытов, когда люди хотя бы
имеющие какое-то желание прийти ко Христу, вдруг сталкиваются именно с таким пониманием, личным пониманием такого человека. Этого делать нельзя, того нельзя. А почему нельзя? А сам человек ответить не может. Вот нельзя и все. А он для себя решил, что это нельзя, в своем уме решил, что это нельзя. Значит, и другим так это нельзя делать. И здесь нам надо быть именно очень мудрыми, дорогие мои братья и сестры. Да? Потому что от нашего большого, великого терпения зависит то, приведем ли мы своих близких ко Христу, детей, внуков, мужей, жен своих, а порой родителей, да? От чего зависит? От нашего терпения и от нашего внимания, прежде всего, что послушать своего оппонента. Не доказывать, что я прав во всем, а прежде всего послушать его. А что он скажет? А что он выразит? Да? А что он как? Да, можно сказать, как этот священник отвечал от одной семейной паре. Да, да, конечно, говорит, может быть и есть такие опыты счастливой жизни семейной без Христа, но я таких не знаю. Что такая жизнь без Христа? Да? Есть, конечно, связь у людей существует без Христа, но это связь человеческая. А все человеческое, оно тленное, оно истревает. А порой люди хотят именно пребывать друг с другом всю жизнь и войти в Царство Небесное тоже вместе. А какая это может быть только связь? Только связь может быть божественная, потому что она не тленная, она – это связь вечная. Поэтому мы с вами должны, дорогие мои, уподобляться именно прежде всего пониманием, что мы приводим и желаем не привязать к себе человека, а прежде всего привести к нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу. Вот почему мы с вами сегодня в церкви находимся. Потому что русские святые именно во множественном числе обладали таким замечательным пониманием нашей православной веры. Вот мы их сегодня прославляем. Всех русских святых. Поэтому мы сегодня с вами здесь и находимся в церкви. По их молитвам мы здесь находимся. По молитвам наших бабушек, которые не так давно, может быть 40 лет назад, может быть 50 лет назад, когда все мужчины покинули церковь, только бабушки ходили в церковь. И как один епископ вышел в это время, увидел, что только белые платочки стоят, да, и молятся, он так и сказал: «Бабы, спасайте церковь». Такое было обращение. Потому что все остальные покинули Церковь Божию. И вот если рациональным умом посмотреть, то может показаться, церковь погибла. Ну что могут сделать старые бабушки? Да ничего не могут не сделать. Что они могут? У них сил нет. Придут молодые люди, молодчики, разгонят и все, никого не будет. А нет, так не получилось. Потому что эти бабушки начали проводить своих внуков на причащение, тайно их крестить. Родители были партийными, боялись, а бабушки крестили. Приводили их в церковь, причащали своих внуков. Вот оказывается, да, никак неисповедимы пути Господни. Оказывается, сила Божия в немощи совершает. Оказывается, Бог-то не в силе, а вот в такой немощи может совершиться. Поэтому мы, дорогие мои, сейчас с вами должны понимать и видеть опыт наших предшественников, которые жили до нас, святых и просто людей, исповедующих нашу православную веру, как они все, претерпевая ради Христа, приводили нас, всех здесь стоящих, Господу Иисусу Христу. Рискуя всем практически, кто-то рискует даже жизнью. Вот что, вот и такое было. Нам сейчас никто не мешает, ничто не мешает. Мешает только именно то, что внешне и внутри нас, да, внешний мир, который исповедует безбожие и проповедует его, именно чтобы жили люди именно безбожной такой жизнью. А потом приходили в отчаяние своего рода.
это только мешает. Это, конечно, наша внутренняя жизнь, наше внутреннее такое неустройство, наше внутреннее такое понимание, пионерское понимание, да? Вот, к сожалению, у нас часто такое комсомольское еще и пионерское понимание жизни нашей такое. Вот. Это нам мешает. Остальное нам ничто не мешает. Поэтому надо прежде всего обращаться к кому? К нашему Господу Иисусу Христу, Пресвятой Владычице нашей Богородице, нашим святым, чтобы нам они помогали устроить нашу жизнь к лучшему. С праздником вас! Аминь! Аллилуйя! Радостно вас сегодня именно присутствовать здесь вместе с вами, помолившись всем русским святым, ибо вы знаете, что второй храм, который престол этого храма, Никольского храма, посвящен всем святым земли русской престоляции. То есть это престольный праздник этого храма, то есть ваш престольный праздник, потому что вы прихожане этого храма. Это не ваш храм, вы его прихожане. Вот. Это ваш праздник, это ваша Пасха. Поэтому торжествуйте, празднуйте, прославляйте наших всех русских святых. Чего я вам всем искренне желаю. Всем аминь. Аллилуйя.